Так, еще одна распаковка от магазина «Розетка». Такой пакетик. Полиэтиленовый. Чек. Это подсветка на оперативку. Ну, также для теста. К тому же скидки сейчас. Тут запечатано, я осмотрел внешне быстро. Так, коробочки оно. Легенькая, пластиковая пружина с одной стороны. Термалтейк. Ну, провод. Длинный, наверное, метровый. На конце провода папа-мама маленькие разъемы. В комплекте два переходника. Видно по стандартам GH. Один широкий, один более узкий. У кого какая плата поддерживает. Сейчас попробую широкий. Они такие тоненькие. О, вроде так. Ну тут еще с чем-то можно засинхронизировать, получается. Липучка еще какая-то в комплекте. Мягкая подставка. И политика гарантии. И инструкция. По установке и подключению, по комплектности. Вот. Для каждой платы. Но у меня сейчас компьютер сбоку работает. Возьму 5-вольтовый PC-кулер. Логически. Тут трудно ошибиться. О. Если я включаю, ну, контакт надо хорошо, чтобы держать. Контакт слабенький, конечно. И, ух ты, она, так она красным светит, на телефоне отражается с какой-то измененным цветом. Зеленый. Переходящий красный. Ну, симпатично вообще-то. Я думал, оно будет грубее, оно так, скажем, имитирует полностью, как на модулях памяти с подсветкой. В общем-то, не наляписто, можно сказать. Ну, как бы дополняет общую конструкцию.
Греется, вроде бы не греется. Обычно светодиоды греются. Вот я что-то думал, что будет теплее, но они не греются, короче. Так. И второй момент. Как же ее, если на примере взять плату, вот стандартную, тут два модуля. Она, конечно, на 4 рассчитана. Но если логически зацепы тут по краям. Сильнее. То есть там, где два модуля, ну, нужно так рассчитать, чтобы башенный кулер был, получается, чтобы она более-менее держалась, а так она смещается на двух модулях, не у каждого может подойти. Ну, зависит от кулера, конечно, боксового. Или, а в общем-то логически да. Ну и тут плата как бы не подойдет. Можно вывести здесь питание, одеть аккуратно. Естественно, другой будет охладитель, и она будет ровненько как бы вот так стоять. Потому что условно так. И на практике это будет следующим образом. Почти как имитация. Вот и хорошо то, что здесь стандартные модули памяти, есть хоть какое-то расстояние, чтобы циркулировал воздух. То есть я думаю, что это подойдет там, где не нужно разгонять память, где память работает на стоковых стандартных частотах, и чтобы была циркуляция воздуха вокруг памяти, чтобы она охлаждалась. В таких случаях подойдет. А там, где разогнанная память, она греется очень сильно. И получается, что циркуляция еще как бы затруднена. Поэтому это только для стоковых решений. В принципе, так для общего фона. Но есть место. Если как бы будет боковой здесь дуть корпусный вентилятор, то продувать она будет. Место есть. Тут в палец место. Да. Вот оно видно. То я думаю, что память не перегреется. Я опасался, что. Ну а так, конечно, лучше на 4 модуля ставить. Но она и на двух будет держать, только нужно, чтобы был соответствующий место и кулер. Вот. Ну, вроде так все. Заказывал я это в магазине «Розетка», забирал на новой почте, доставили быстро. Благодарю.